получить удовольствие. Вопросы есть? До встречи. У артистов драматических театров есть такое понятие. Перед ответственнейшей премьерой играет спектакль для пап и мам, когда в дружеской теплой атмосфере всем как-то легче подготовиться к ответственнейшему следующему шагу – премьере на страшном, коварном зрителе, включающем в себя и критиков. Вот сегодняшний концерт состоит из произведений, которые через несколько дней будут звучать в священном для всех музыкантов месте. Это такая Мекка, Медина, это Олимп, абсолютный Олимп, золотой зал Венского музыкального общества, Венской филармонии, Musikverein. Программа включает в себя огромное музыкальное плато под названием «Соль мажорная, второй фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского». И сегодня здесь для нашей любимой благодарной публики, которая всеми силами будет помогать, музыканты, оркестр под управлением маэстро Сладковского, ваш покорный слуга, великий Денис Мацуев. Будем обыгрывать эту программу, что называется, для своих. С тем, чтобы 6 декабря в Вене завоевать эту публику и сделать так, чтобы приглашение, которое последовало от дирекции Musikverein, повторялось еще много-много раз в будущем. Удачи оркестру на сегодняшнем концерте и, конечно, на европейском турне. С оркестром и с маэстро Сладковским. Денис Мацуев у друзей. Понимаете? У меня есть Денис Мацуев и друзья. Денис Мацуев представляет все Крещенко, «Звезды на Байкале», «Анси», «Классик», «Фестиваль». А вот такого названия нету нигде. Денис Мацуев у друзей. Эта идея принадлежала Александру Витальевичу Сладковскому. Он точно передал нашу атмосферу, потому что каждый из музыкантов это друг. Вот все 5 лет, которые мы дружим, в разных абсолютно местах, где мы встречались, на сцене, или просто на репетициях, или в жизни. Сейчас подумал, что мы все 5 лет дружим. Нет, мы дружим со Сладковским очень долго, просто оркестрами наши отношения, они дружеские, понимаете. Я всегда приглашал их на очень такие статусные для меня мероприятия. И потому что какие-то самые ценные моменты, ты хочешь находиться на сцене со своими друзьями. Вот оркестр Татарстана – это мои друзья. Я очень рад, что наша группа продолжается, и наш фестиваль, который... Это фестиваль нашей любимой музыки. Это фестиваль нашего музицирования, нашей виртуозности, если хотите, нашей импровизации. Это огромное удовольствие. То есть это время проводить вместе с любимыми друзьями. Это главная концепция нашего фестиваля. И повод приехать в Казань в очередной раз, потому что каждый раз это новая программа. Никогда не повторяемся. В этом году и третий Бетховена, тоже сложнейший, абсолютно подтверждающий универсализм этого оркестра. Потому что он может играть любую абсолютно программу. Ну и второй Чайковского, который мы будем играть сейчас в рамках нашего большого европейского турне, в том числе и в Musikverein в Вене, в Золотом зале, где будет трансляция канала Мэтсо.
И сложнейший концерт, практически трио, вторая часть, то есть солисты и оркестр должны быть абсолютно на высочайшем уровне. И они делают это с большим блеском. Плюс, конечно, в рамках фестиваля, это одно из моих условий, куда бы я ни приехал, это отбор молодых талантов в Казани и со всего Татарстана. Приезжают лучшие педагоги Московской консерватории, выдающиеся представители наших любимых альбоматор, дают мастер-классы, по итогам которых мы даем свои стипендии. И в нашу семью, новых имен, всегда пополнение из Казани. И я вижу, какой здесь очень высокий уровень. Сидим за этими искорками, в хорошем смысле слова, и смотрим над их развитием. Вот это главные две концепции нашего любимого фестиваля. Для нас этот фестиваль как творческая лаборатория, понимаете? Мы очень серьезно относимся к тому, чем мы на самом деле заняты. Мы заняты своим любимым делом, мы обожаем музыку. И тот темп, и тот объем, который мы за эти годы успели, скажем так, освоить и пройти, он очень дорогого стоит, понимаете? Теперь вот разве можно было бы 5 лет назад только представить себе, что перед, так сказать, европейским турне мы будем играть что-то? Но мы об этом не думали. Мы очень радовались всегда встречи, мы работали. И Денис Леонидович очень много сделал для того, чтобы мы развивались и действительно приглашал нас на самые престижные площадки. В Москве такие, как Черешневый лес, такие, как собственный абонемент филармонический. Юбилей Шостаковича. Юбилей Шостаковича мы недавно играли, тоже по приглашению Дениса Леонидовича. То есть это и запись канала «Культура» была, понимаете, и так далее, и так далее. Это не просто дружба наша, это наша... ЮНЕСКО в Париже. О, Боже. Юбилей фестиваля Крещенко, даже в театре. Большой театр. И юбилей в Кремле, который был. Да. В общем, все основные вехи последние годы это были. Это на самом деле. Это на самом деле очень дорогого стоит. И, конечно, я очень надеюсь на то, что вот эта динамика, которая уже многие годы нас сопровождает и не дает нам покоя, в хорошем смысле, что, конечно, это выльется в то, что сейчас мы в Европе покажем то, на что мы способны по-настоящему. Понимаете, ведь мы не просто репетируем, играем и так далее, встречаемся в фестивалях. Мы это делаем с какой-то определенной целью. Наша цель сейчас достичь действительно уровня, который будет признан не только узким кругом, скажем, экспертов, да, меломанов, знатоков в России. Мы хотим, чтобы о Татарстане говорили во всем мире, и это очень хороший способ показать то, о чем сейчас Денис Леонидович сказал, о том, что уровень культуры, уровень, так сказать, отношения к искусству, понимаете, он невероятно высокий, и это имеет, так сказать, свои продолжения, и это выражается в конкретных вещах, которые мы воплощаем вот путем такого очень радостного сотворчества и очень эффективного содружества. Они взлетели на этот уровень, но они прекрасно понимают, что у них есть сегодня успех, а завтра с утра начинается все сначала. Потому что каждый раз, каждый концерт это экзамен. Экзамен для самих себя в первую очередь, но и для публики, которая приходит в зал. Здесь в первую очередь для Татарстана, для Казани это действительно визитная карточка. И я благодарю Рустама Нургалиевича Минханова, который действительно, так сказать, опекает этот оркестр. Он понимает, что это практически его детище, созданный вместе со Сладковским. И я понял это мгновенно сразу, когда Александр Витальевич возглавил этот коллектив. Я понял, что здесь возможен вот такой вулкан. Вулкан эмоций, вулкан страстей и восхождение на этот симфонический Эверест. Это я не просто не, особо не люблю такие большие красные, такие красивые сенсационные слова говорить, но они все прекрасно понимают. Они знают, что нужно развиваться дальше. Это только самое начало. Хотя для этих 5 лет это, конечно, сенсация. Сейчас музыканты полны достоинства, и это самое главное, не самовлюбленного такого похвальства, знаете, они действительно каждый день начинают с белого листа, это мое кредо, и это то, что нам удалось здесь, так сказать, воплотить, понимаете. Они счастливы от музицирования, они счастливы от того, что они делают, что им это удается, что их приглашают действительно такого мирового масштаба музыканты в такие залы.
и что у нас такие друзья, конечно, они это понимают, но мне кажется, осознание придет чуть попозже. Не надо никакого осознания, они пускай занимаются. Да, каждый должен делать свое дело. Тот момент, когда музыкант, выходящий на сцену, говорит, я сегодня сыграл потрясающе, да, на этом можно заканчивать свою карьеру. Да, к сожалению, потому это что да. Умиляться вот успехом, это, конечно, многие, может быть, и любят, но вот этот оркестр это не любит. Понимаете, люди, которые мне сейчас пишут смс из Вены, многие люди, которые покупают билеты на концерт музыки Ферранти, спрашивают, что это за оркестр? Это дебют этого оркестра в одном из самых гениальных залов. Я говорю, обязательно приходите, и вы все услышите. Кажется, задача-то главная была наша, проверить, что называется, мы пишем, да? Да, уже, да. Проверить ресурс, ведь мы это все делаем в преддверии этих гастролей, которые мы очень долго готовили, которые мы очень долго отрабатывали и в творческом смысле, и в организационном. И я очень удовлетворен сегодня тем, что, ну, как бы, этот экзамен показывает абсолютную готовность, стопроцентную. Какие-то еще детали мы, так сказать, доделаем, там, доточим. Вот, но этот процесс, он такой, он настоящий. Вот что радует, что он разумно выстроен, репетиционный, подготовительный. Нет никаких рывков, скачков, никакой суеты. Вот. И что-то все равно сказывается и на звуки, и на, так сказать, на том, как ребята играют, и как они уже. Ну, я помню, мы играли картинки с выставки лет 5 назад, первый раз. У меня было такое удручение после этого, какое-то неимоверное. И я эту партитуру отложил. Вообще, я боялся ее возвращать в репертуар, потому что, ну, 5 лет назад это было невозможно сыграть этим оркестром. Вот, и сегодня это, так сказать, самое главное произведение, которое будет звучать в Musikverein в Вене 6 декабря. Так же, как и второй концерт Чайковского, который мы сегодня в очередной раз сыграли с Денисом. И
это трио во второй части, концертмейстеры и оркестры, и группы виолончели, ну, и Максим Моносыпов, и Миша Гринчук показали себя в высшей степени, так сказать, достойно. В общем, как бы все солисты. В картинке ведь это парад солистов такой, на самом деле, да? В чем сложность? В том, чтобы не просто это по форме собрать, сыграть и так далее. Там в каждой пьесе, начиная от первого соло трубы и заканчивая, так сказать, там практически через весь оркестр идет сольная партия у каждого. И в этом-то и сложность огромная этого сочинения. Но я могу сказать, что судя по тому, как публика принимала нас эти два дня, и вчера, и сегодня, мы абсолютно точно готовы к этому турне. Я очень рад, что вот наша встреча в Казани с Мацуевым, они действительно стали такой настоящей творческой лабораторией. За это время мы сыграли уже, у нас в репертуаре 15 концертов, 15 сочинений для оркестра с фортепиано, с оркестром. И я думаю, что все не просто так, да, то есть, что вот мы едем снова вместе, и мы, так сказать, это опробовали здесь на очень взыскательной казанской публике. И мне кажется, очень достойно все прошло. Я, честно говоря, с одной стороны, боюсь что-то ожидать. С другой стороны, как, не как дирижер, а как гендиректор автономного учреждения культуры, конечно, мне очень важно, какой будет результат. И мне здесь уже, как менеджеру, конечно, очень важно, чтобы мы прорвали эту блокаду, эту завесу. Ведь оркестр под брендом еще, по сути, не выступал в серьезных залах. Поэтому я ожидаю серьезных прорывов. Во-первых, мы подготовили совместно с фирмой «Мелодия» бокс Малера симфонии 1, 5, 9. Это выходит в дубле с записями филармонического московского оркестра и Кирилла Гандрашина. 50 лет спустя мы повторили его, так сказать, пример. И я рассчитываю, что должен быть какой-то резонанс и от этой работы тоже, потому что, видите ли, в Европу Малера везти, в Швейцарию, и в Австрию, и в Германию, это очень ответственно, и я думаю, что работа эта была недаром, да, вот, так сказать. Я очень большие надежды возлагаю на то, что будет запись Мэтца в Мюзикферай, и спустя какое-то время опять, так сказать, мы будем так или иначе по всему миру транслироваться через этот канал. Вот. И это тоже очень важная работа. Ну и, конечно, надо, значит, так само ведь ничего не происходит. Надо завоевывать репутацию, надо свое реноме укреплять, надо заявлять о себе. Татарстан — дивная совершенно республика, и мы ее представляем сейчас. Я думаю, что это очень благородная миссия. Вот, наверное, самое главное для меня то, что мы едем представлять нашу республику, в которой, наверное, не случайно произошло то, что произошло за эти 6 лет. Это оркестр, который раньше не мог сыграть картинки с выставки. Какие картинки? Вообще ничего не мог играть. Его просто не было. Сейчас едет в серию концертную «Мюзикферайн» с самим Мацуевым. Я считаю, это круто очень.
записали все 15 симфоний и 6 инструментальных концертов Шостаковича на мелодии, опять же, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что ничего просто так не бывает. Мы это по-настоящему заработали. Не только как бонус какой-то или подарок. Мы это заработали своим собственным трудом. И организационным, и творческим, и ежедневными репетициями, пробами, концертами в разных залах, в разных городах. И это превращается сейчас, на самом деле, в очень интересную такую историю. Я большие перспективы связываю с этой поездкой.